Друг мой, привет! Как ты видишь, я до сих пор с тобой, а это значит, что у нас второй выпуск про миксологию. В первом выпуске большое количество фидбэка, лайков и просмотров. Если ты еще не смотрел первый выпуск, то, пожалуйста, посмотри, поставь лайк и напиши свое мнение. А мы приступаем к второму миксу, и мне потребуется, и тебе потребуется какой-то большой глубокий фаннел, куда можно запихать достаточное количество табака. Нам потребуется бонч, а именно база. Ты ее можешь заменить другим продуктом, схожим по ароматике, а лучше всего, чтобы в нем был чистый сигарный лист, без аромки и так далее. А вот здесь будет сложновато. Тебе потребуется Brothers Johnny Sins вкус и Brothers Gangbang. Я тебе попробую объяснить, почему они тебе конкретно потребуются. Потому что это, в принципе, готовые миксы. И в Gangbang у нас идет апельсин, кокос и двойное яблоко. Ты, конечно, можешь все это собрать из разных брендов, но тебе придется прям все это вымерять. Поэтому проще прогуляться до ближайшего магазина, который продает Brothers. Что касается второго вкуса, здесь намного попроще. Его легче заменить другим брендом. А тебе нужно будет всего лишь ледяная груша и какие-нибудь ягоды. Но, конечно, в идеале взять Джонни Синза, потому что вкус интересный. Здесь сейчас мы тоже будем разбирать тональность вкусов, какому вкусу отдавать приоритет, а какой вкус оставить на фоне. Как мы знаем, бонч – это чистый сигарный вкус, без аромка, но флейвор, так сказать. Поэтому мы попробуем сегодня выжать из нее какую-то середину, чтобы она была не сильно ужасная для тех, кто не курит такое, но при этом для тех, кто курит, чтобы это было очень-очень приятно. Короче, смотри. Мы берем Gangbang, это очень яркий вкус, обладающий какими-то молочными вкусами, цитрусовыми нотками и, конечно же, анисом. Мы его попробуем заглушить Джонни Синсом, то есть мы забиваем вначале Gangbang, сверху ложим Джонни Синса и чуть-чуть добавляем уже базы, то есть любой без аромки. Для чего все это нужно и почему именно фаннел? Здесь нам нужно сохранить сироп, здесь нам нужно сохранить максимальную отдачу по ароматике. Как ты знаешь, что фаннелы, сохраняя сироп, увеличивают какую-то часть ароматики, потому что в пяти дырах, в прямоточных чашах сироп стекает и какой-то процент именно яркости аромки пропадает. А мы берем наш гэнг-бэнг. Здесь мы мешаем все не в огромных количествах, примерно Джонни Синс и Гэнгбэнг в разных пропорциях и совсем немного базы. Купи бонча, он тебе по-любому пригодится. Уф, какой аромат! Нам здесь главное все это разложить равномерно по чашке. С секторами здесь немного не проканает. Грубо говоря, вот так. Это все мы примерно, образно, ну, постараемся ровно разложить. Конечно, не получится залить полностью дно чашки табаком, ибо не напасешься. Хотя, если у тебя какой-то маленький ален, то есть ваннелоподобная чашка, то вполне вероятно. Так, мы это сделали. Берем наш следующий вкус. Это Джонни Синс. Лысый, мать твою. Привет, отец. Далее мы выкладываем тоже его равномерно, не перемешиваем, оставляем все в слоях. И как раз мы видим, что у нас остается прям чуть-чуть до касатки, и вот это вот чуть-чуть мы забьем с тобой бонч. Бонча прям очень много нам не потребуется, если мы его прям тоже попробуем полностью выложить, то мы получим то, что бонч будет преобладать и просто своей базой глушить остальные вкусы и выдавать на максимуме вкус сигарного листа. Нам этого не надо. Грубо говоря, ты берешь вот так вот котлетку, ложишь ее. Примерно 4 таких котлетки. Крестиком. Только смотри. Ложи правильно, вначале вверх, вниз, потом налево, потом направо.
или неправильно. Короче, ты понял. И их уже здесь приминаем. И пытаемся выровнять, чтобы он был наравне с другими слоями. И вуаля, грязно, но чашка получилась ебейшая. А, поэтому я жду такой же огромный фидбэк, как в первом выпуске. Обязательно поставь лайк, напиши комментарий и подпишись. Это будет меня провоцировать делать больше подобного контента и, конечно же, насыщать тебя, наверное, какими-то новыми идеями. А, как говорится, чем дальше, тем профессиональнее и лучше. И, возможно, мы дойдем до каких-то суперсложных миксов, в которых мы будем стараться раскрывать разные вкусы по мере их курения. Так что это был Дава Дым. Я тебя люблю. Пока.